Добрый вечер. Тема сегодняшнего урока будет у нас программирование микроконтроллеров. Точнее говоря, как нам из отладочной платы Arduino сделать программатор. При помощи программатора солить загрузчик в новый чистый микроконтроллер Mega 328, который будет у нас использоваться в нашем проекте термометр. Итак, приступим. Для этого мы подключили, как вы видите на последующем слайде, нашу отладочную плату Arduino нашей плате микроконтроллера. Итак, продолжим. Сейчас выберем Arduino Uno, порт, программатор у нас этот должен быть AVRISP MK2. Для начала мы зайдем в файл, примеры. У кого-то может быть здесь не примеры, а образцы, предположим. Ротусь версии по-разному в программе Arduino пишутся. Выберем Arduino ESP. В новом окошечке нам открылся. Дальше мы жмем загрузка. Как видите, загрузка завершена. Все. Так как я уже вам ранее говорил, на нашей отладочной плате, на которой будет создан наш термометр, уже было установлено микроконтроллер от Mega 328. Соответственно, мы вам этот выбираем инструменты, проверяем вкладочки, плата, порт, выбираем Arduino ASP и записать загрузчик. Все, запись загрузчика завершена. Итак, с вами залили загрузчик наш микроконтроллер. Теперь нам в дальнейшем потребуется только переходник USB UART. И все. Теперь нам для заливки программы микроконтроллер не потребуется программатор, так как у нас там есть загрузчик. Всем спасибо за внимание. На этом наша тема урока завершена. До новых встреч!